Алматинские врачи борются за жизнь двух человек, пострадавших в жутком ДТП на мосту по проспекту Рыскулова. Пациенты находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городской больнице скорой неотложной помощи. У них диагностировали черепно-мозговую травму. Напомню, авария произошла накануне. Все подробности в материале Дамира Анитова. Нашумевшее ДТП произошло на этом перекрестке. Из-за столкновения водитель Toyota Camry и пассажиры слетели с моста и упали прямо здесь. А в свою очередь управляющий Volkswagen Golf застрял на отбойниках. Металл частично вошел в машину, и она буквально повисла на воздухе. Сейчас, как видите, последствий ДТП уже не осталось. Отбойники отремонтированы и даже покрашены. Сейчас двое из шести пострадавших находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, рассказали врачи. Пациентов разместили в двух больницах. Вчера вечером доставлены четверо пострадавших с ДТП. Доставлены двое из них в тяжелом состоянии, госпитализированы множественными переломами, сочетанной травмой. На сегодня состояние тяжелое, гемодинамика стабильная, проводится противошоковая терапия. Один из них госпитализирован в отделении травматологии, также сочетанной травмой, переломом лодыжки. Четвертый пациент после оказания помощи и после обследования отпущен на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший был доставлен в нейрохирургическое отделение 7-й больницы. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Между тем, в департаменте полиции сегодня озвучили предположительного виновника аварии. Обе машины следовали по проспекту Рыскулова на запад. Водитель автомашины марки Volkswagen, женщина 70-го года рождения, при перестроении с правого ряда в левый, не убедилась в том, что не создает никому помех, что дорога открытая. В результате предварительно допускает столкновение с автомашиной Toyota. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас проводятся все соответствующие экспертизы. Дамир Анитов, Сагындык Нарыков, телеканал «Алматы».